Но справляется с ударом. Габриэль Паулиста. Да, они забили себе сами и выбрали для этого самый неподходящий момент. Да, вот так забить в свои ворота на последних секундах — плохое настроение на целую неделю обеспечено. Да, этому парню, конечно, не позавидуешь. Ну что ж, может быть, после игры его поддержат.